пошел в народ. We meet again. Я тут в кодекс рун вставил. Плюс 40 урона. 144. И кодекс сейчас стал 144. И, в общем-то, наверное, я с ним похожу. Так, ну да, кодекс. Наверное, ваншотить буду теперь кого-нибудь. Или всех сразу. Так. О, человек тут лежит. Какая? Чип. Опа. Брателло. Все равно не ваншот. Налево сходим, что ли? Резвый барсук. Так, так. Тут, по-моему, засада небольшая имеется. Скорее всего. Сила Бла-бла-бла. Лучше бы написали. Иди налево, сверни направо. И там будет лежать гипер-супер меч. Блин, не знаю, но броня или ключ от такой двери. Хладнокровие, легкий доспех. И... Эй, что дали-то? Хладнокровие. Так вот, раз как он выглядит. Секунду. Ой, господи, все кнопки перепутал. А, вот как. Свету дайте мне. Хладнокровие. Ну, что-то как-то. Что-то как-то так себе, да. 52 защиты. Так, это отсюда открывается или что это вообще? Где-то тут рычаг вроде бы нет. Так, а это куда идем?
Все, мы кругаля намотали. Надвернулся. Че? Точно что-то есть. Колечко, может... А, ну у меня, собственно, надето. Вот этот компас, если бы еще на экране какую-нибудь иконку добавлял, а то, ну, моргающую, чтобы не только звук появлялся при наличии тайника, но еще и... иконка отображалась, а то иногда звук игнорируешь. Ну, то есть, как бы, я игнорирую, например, всяких звуков в игре много. Думаешь, что это ничего особенного. Короче. Found it in a grave I plundered a few nights ago. The grave of some Kyle Ember, I think. When I held it, I felt weak. I felt sick. The sword itself is incredible. Whoever finds it, it is too dangerous. Где-то здесь, да, есть меч проклятый. Вот где он? Я знаю, что вот это вот. Сюда вложим реликвию фамильную. И потом ее забираем. И теперь она у нас имбой стала. У него теперь появился урон магии, огнем и молнией. И урон чуть-чуть прибавился, по-моему. Не, я ее не хочу. Ее надо в избранное добавить, по-любому. Хотя это сейчас еще и рано делать, конечно. Ну ладно. Пофиг. Чувак. Чувак. То есть не чувак, а лок. Опечаливает. Я не знаю, конечно, может быть, сюда надо позднее приходить, но что-то как-то такое помещение шикарное, ничего нет, и никого, главное, нет. И куда-то выход выйти. И куда это нас приведет, интересно. Стены.
Ну и чё, внешние стены, и что? Ключ от погреба, ключ от башни, ключ от катакомб. И всё, пойти в погреб, что ли, сходить? Надо бы, конечно, но лень. Сейчас этот чувак побежит и свалится. Дарна. Блин, не хватает чуть-чуть урона. Так, а у меня нет кольца на урон. Откуда оно возьмется? Вообще-то говоря. Лишающий магии. Лишающий магии. Лишающий магии. Надо проверить, как это кольцо лишающей магии работает. Честно говоря, не знаю. Оно как бы лишает магии в мою пользу, ну я имею в виду, что мне добавляется. Перестань, чучело. Вперед, да, впереди что-то. Наверху. Вверх и вперед. Вверх и вперед. А. Понятно. Тут у нас. Все, что ли, что-то я больше тут нет ничего, что ли? К боссу надо, что ли, теперь идти или чего? Что делать-то? Ага, вот секрет. Слышу секрет. Сейчас, наверное, секрет. А, вот он. Вот это что ли? Да, я понял. А как пройти-то? То есть вот за этими воротами какая-то хрень лежит. Куда можно как-то попасть? Ага. А как? Кажется, я слегка знаю как. Так, это у нас человеческий череп, а это, наверное, не человеческий. Нет, тоже человеческий. Жаль. Так, где молитва? Молитва.
сундук. А в сундуке у нас тут быстрый топор. Мой топор, как тесный. Вот он сам быстрый. Быстрый топор. Ну, и он не очень. Сейчас уже. Конечно. Что, дырочки? Нет. Ничего нет. Не, ребят, я с кодексом буду ходить. Кровавый недуг. Короткий меч. Кровавый недуг. Убийство врагов ослабляет. Убийство и лечение не слишком-то похожи. К тому и к другому может появиться зависимость, а также иммунитет. What? Блин, тут комбо ты не сделаешь, слишком тесно. Да что, блин, такое? Да что он нужен? Я, честно говоря, не знаю, что с этим кровавым дугом. Его, по-моему, к статуе надо отнести, что ли, или нет ли. Он как-то... Не знаю, в общем, я ничего про этот кровавый недуг. Где-то тут еще меч проклятый есть. Вот где он? Заблудишься. Топографический кретинизм. Я чуть не упал. Кошмар. О. Ah!
В общем, я не знаю, на что будет похожа эта серия. Скорее всего, на затуп. Оу. Вы достали. Нападать из-под тишка. Я сейчас верну его, зятька. Подожди секундочку. Короче, надо к боссу, наверное, идти, да? Да какой ты толстый, а? Надо, наверное, умереть, что ли? Туда тоже как-то можно попасть. И как-то открыть вот эти ворота тоже можно. А как это сделать? Вот этот большой толстый вопрос. Ну ладно. Давай-ка мы силы добавим, что ли. Или веры. Лучше. О! А, ну все, короче, да, босс. Фиг с ним, ладно. Бог с ним, если ты не катакомбами. Наверное. Я не знаю, куда там дальше идти. Пойдем босса убивать. С тремя фляжками. Это как бы не особо хорошо. А, ладно, пофиг. Чемпион. А как тебе такое? А не попал? А попал? А опять попал? Злый день. Попал.
надо меня убивать. Подожди. Монстряк. Так, это был лишний перекат. Да, мама, как ты попал? Как же ты в меня попал так? Давай делай что-нибудь. Что в этой фазе какой-то унылый. Ай-яй-яй-яй. Вот я же назад нажимал. Этого босса надо убить, чтобы у него нижняя полоска, та желтая, которая была, не заполнилась от его атак по мне. Если она бы заполнилась, он бы... впал в состояние бешенства. Вот. Тогда бы... жало кулак, и тогда бы мне не дали жало кулак, наверное. А так далее. Вот, жало кулак. Если запас здоровья мал, оружие загорается. Ну, это уникальное оружие. Так, куда идти нельзя? Значит, есть такая фигня, что вот эти человеческие черепа надо отдать. А, нет, вообще-то можно. То есть, я где-то слышал и видел, что если пойти туда сейчас, то квест с человеческими черепами... как это сказать? Прекращается. Ну, нифига подобного. Я в одном своем прохождении ходил и после, и их все равно можно будет отдать только тот Укхрум-Крым будет стоять в другом месте, и после того, как он ему отдашь человеческие черепа, придут два щитоносца и пытаются тебя убить. Oh, ладно. Чти надо. Что это такое было? Все, труп. Антанас и Каслов ждут тебя. Спеши. Сколько у меня черепов, кстати? Ну-ка. Так. 24, этого достаточно. Да, блин. А, это вот как раз здесь открывается. Ну, ладно. Запечатка оружия и... Right, yes. I have to confess that I've made a mistake. Yes, I've stolen something. Not out of necessity, but out of greed. I was not starving and I was not dying. I just wanted it because I wanted it. But is that enough to imprison me like that? They think of evil as an absolute.
Anything evil is pure evil. Am I evil just for stealing? Ну да, мужик, чё ж. Всё это происки империалистов. Ну вот, это вот мы открыли тут, только это ни черта не дает, конечно. Ты меня убить хочешь, что ли, собака? Ты ничего не попутала? Я тут все обобрал. Оказывается, нет. Ой, ладно, сейчас опять заблудюсь тут. Можно еще долго гулять, еще что-нибудь найти. Но, ладно, не так уж 32 минуты гуляю. Пойдем, что ли, да? Пойдем, ладно. Так, чего у меня с опытом? 7000. Блин, это мало. Семь тысяч этого мало уже. Надо уже десятку. Ну, ладно, фиг с ним. Здоровья-то нет. А я вот не помню. Блин, я балбес. Катакомбы выше еще это есть. Камера испытаний. Портал испытаний. Блин. Ладно. Я, может быть, попозже туда схожу. Возвращаться. Не люблю я возвращаться, честно говоря. Так, тут пока что закрыто. Эй. Вот я хотел попробовать. Блин, ты откуда взялся? Блин, еще один. Кто не вылазит? Там вот маг, да? Камера, перестань. Я сейчас одену лишающий магии, допустим. Так. И попробую подойти к этому магу. Что будет?
не будет. Блин, конечно. Нифига ничего не будет. Ай. Он меня хотел съесть. В общем, так себе. Он в защите или нет, я не пойму. Вроде бы нет. Гадкий гад. Братья мои, как бы мне этого не хотелось, начитать Антона с вами духовным пастором, да, бла-бла-бла-бла-бла-бла, короче. Так, во. Что-то там есть. Монстрила лежит, вижу. Сундучила стоит, вижу. Размечтался. В этой игре отмычек не хватает. Парень, перестань. Да нихер. Да. Пипец у него эта дальность, конечно. Попозже это я знаю. Здесь у нас запечатанная руна. Здесь у нас чувачило. Ну-ка, если без тарана его попробовать. На вкус. Нет, без тарана плохо. Плохо без тарана. Все еще плохо. Меня выносливости не хватает. Чтобы добить его третьим ударом. Топор, гаргулья и ястреб. Ничего себе. К ловкости 26 надо уже. Офигеть, что ли? Где я возьму ловкость столько? Ты, блин, что делаешь-то? Видишь, я прицеливаюсь на тебя. Драться скорее. Ты кто такой? Was that the last of them? Yes. You didn't need to get involved. Just doing my. We'll secure the area. Caslow is. Я не солдат. Ну ладно.
I'm on my... Я не знаю, как тут отвечать правильно. I can't believe he killed all those demons. Чтобы что-нибудь himself. Было. Или there не было. Чупс. There's nothing to discuss with a man. There he is. Чупс. Где заговорщики? Кто заговорщик? Сундучок дайте. Ключик дайте. Мечик дайте. Что-нибудь дайте. На барахло всякое. For they are the ones who will continue to suffer because of our grave mistakes. Так, здесь есть секретик, я знаю. За этой стеночкой. Опс. А в секретике тут у нас воля, доспех тяжелый. А, это тот, которому мы руку отрубили. Которому я руку отрубил. Как рука? Пока не отросла. Ну да, что тебе нужно? Она избавится снаружи, у меня в лаборатории, я не могу бегать, трогать, бла-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 бла. Короче, он просит, он хочет попасть в свою лабораторию. This will shape history. Man killed a god. Но там рогеры. Нам туда сходить и очистить территорию. Тогда он туда вернется. Like cockroaches when you lift a stone from the ground. Now it is up to us to smash these very stones on their heads. Our time has come. These books are not just a myth, I've seen them myself. Last week, Antanas brought them to the monastery under cover of darkness. Antanas awaits you upstairs. He would not allow any of us to even touch them. These must be the scriptures we have spoken of so many times. The keys that unlock the pathway to other worlds. This is good. We will be safe now. Он туда вернется, и к нему надо будет сходить. Сотрясатель основ надо прокачать. Стоп, а у меня... Да, сотрясатель основ надо прокачать. Для этого мне нужно очко, мне нужно очко веры. Очко веры. Осталось найти веру. Это угарно звучит, конечно. Мне нужно очко веры. Надо вернуться в катакомбы, все-таки найти этот портал, сходить туда. Там наверняка очко веры лежит где-нибудь. Веринар is growing up so fast. I have heard him say his first words, and he has already begun to walk. He enjoys it. He's laughing with every step. It hurts. How did it go? We won't be seeing any more lords. Excellent. The Rogar continue to attack. As long as they're not lords, we... Antanas is safe. Our job is...
Not yet. There's more work to do. Why can't we speak? Antanas will reveal his plan to you in the planetarium. He can only explain it to you there. We'll meet you downstairs when it's... Это тоже зачем вот это все? Что, здесь нельзя поговорить? Обязательно туда надо тащиться. Кстати, а в этом помещении нет никаких секретиков? Я что-то даже не знаю. Пробежимся вдоль стеночек. Yeah.
заперт. Сундук заперт. Хорошо. Здесь есть секретик. Пищик. Пищик, пискулян. Благословение. Благословение. Нет. Нет, нет, нет. Нет, мы хотим сегодня. Что? Вот не лень им было так делать. Где-то рычаги, где-то дверь можно юзать, чтобы открыть. Но сделали бы уж все одинаково, да и все. О, господи. Сначала скажи мне вот что. Почему воры нападают? А ты хочешь меня уничтожить, я олицетворяю свой фильм, чего он боится. А чего боятся боги? Я вырываю демонов из сердец людей Харкинга. И вычеркиваю с идейным миром. Это проделал его гнев Фалеву. Его сам научился отделять своих духов от плоти человека. If Adir is victorious, we will all live under his rule. I am the people's guardian. I am the only thing standing between them and Adir. And I will fight this battle until I no longer draw breath. Да, теперь все выглядит гораздо лучше. The tide has turned in our favor. Battles have been won, but the war yet wages, Harkin. We should move you to a safer location. No, Harkin. Antanas is the one the Rogar seek. They will hunt him down no matter where he goes. But we have a plan. One that will bring the battle direct. You mean the Rogar? No, Harkin. I mean... Убить Бога? Хватит разговоров, я это сделаю. It's not every day. You must return to the Rogar realm. Once they are gone, Adir will have no... And when he does... Why has Adir held back? His lords have been his proxy. Once you've destroyed them, Adir... In that moment, run your blood. I understand. Not all of the lords are in the temple, Harkin. You will need this. Your gauntlet will be able to open the path inside the... Luck in battle, Harkin. Harkin, before you go, yes, there's something strange. I don't know what exactly, but I...
task still lies ahead of you. I could use some help here. These savage Rogar have ruined without them. Welcome back. Excuse the I'll wait for you. Thank you again for getting me out of that cell instead of that liar. Thank you again for getting me out of that cell instead of that liar. My brother, Simon, has been missing. You. They say you fear no man. It's good to meet you. My brother, Simon, has been missing. И где он был? Where did you last see? He's a monk, like me. He might be in the... Поле. He goes there quite a bit. With these, I just hope he's safe. I'll keep my eyes open. Thank you. Так. Это все, конечно, хорошо, но. Я уже забыл, что мне надо сделать, куда идти дальше. Значит, во-первых, надо очистить колокольню. Во-вторых, найти брата. В-третьих, вернуться в катакомбы. So it's true. А, вот это тоже what сейчас задание care? Даст. Some traitorous men under my command. If you find them on the other side, their squad has a unique arm tattoo. I have met them already. So, they're dead. They were no match for me. Reward? Короче, он просит найти тех дезертиров и... Psst. There he is. И убить их. Trust the moment he saw that beat. Я не помню. Мы потеряли some good men on our way. Ну, да. А, заперто. Заперто. We lost some good men on our way here. You. What's a convict doing there, Romy? You must be new here. We just arrived. All two of you, damn beak. If we had a...
мне предлагают на босса идти. Конечно, хорошо, но я не готов. Ха. Альтернатив не даю, да? Did you do it? It should be safe there, man. Thank you. А, все что ли? Клево. Я туда даже не ходил, а он уже говорит, все нормально. Ну ладно, я не против. Блин, а альтернативы-то нет, придется на босса идти. Ну... Подожди, а как я сюда пришел-то? Откуда я сюда пришел? Почему я обратно не могу вернуться? Ну что-то как-то... Так, это нет. Сюда не пущают. Тоже не пущают, да? А, вот я отсюда пришел. Ну тут теперь закрыто, зашибись. Ну ладно, что, тогда на этом серию закончу, наверное. В следующей серии дальше пойдем. Пока.